Еще неправильно оформлены документы. Обслуживать граждан без средств защиты. Какая-то безумная. Я вам еще раз объясняю. А вам пишут, говорят, они тоже штрафуют за это. Свобод человека, глава 19, статья 129, они эту статью нарушают. И им светит реальные судебные разбирательства и реальные административные штрафы. Да. Вот, пожалуйста, помогите мне. Губернаторы скоро посадят. Блин, про него... Волгоградцы на него завели уголовное дело против вот этой статьи. Да. Потому что я осведомленный человек. Все и все в стране дураков дураки, понимаете? Мы все дураки здесь стоим. У нас тут незаконные. Почему его они дискриминируют? Дискриминацию. То есть одни могут продавать товар, а мне нет. Пока на каком основании? Губернатор не устанавливает законы. Закон федеральный, один для всех. Потому что он не сам эпидемврач. Кто он вообще, самозванец? И что? Есть закон выше него, в котором вообще про масочки лежит, нет ни одного слова. Да. Я им написала уже.